Армысыздар, құрметті көрермендер, в эфире новости на Первом Карагандинском. В студии для вас работает Александр Крылов. Полицейские Карагандинской области объявили войну ночным гонщикам. ЧП в Майкудуке. Вырытый котлован в районе Голубых прудов угодил автомобиль. Около 500 жилых многоэтажек Караганды готовы к отопительному сезону. В городе состоялось 11-е заседание Совета по молодежной политике при президенте Республики Казахстан, в котором собрались все делегаты города Астаны и Акмолинской области. Подробнее в материале Жазиры Абдраимовой. Выработка рекомендаций по определению приоритетов, формированию и реализации комплексной государственной политики в отношении молодежи, обсуждение иных важных вопросов политики государства в отношении молодежи. Такова была задача Совета. Это же производство в Швейцарии. Да. Вот они выпускают, кстати, вот эта фирма Leica выпускает и швейцарские часы. Да. Ну и вот и такие приборы. Я хотел бы сказать, что сегодня эта лаборатория уже в 3 раза окупилась. Потому что мы вот сейчас в год примерно эта лаборатория заключает госдоговоры на сумму 300 миллионов тенге. Затратили 200 миллионов, а уже сейчас в совокупности уже мы 600 миллионов тенге имеем. Данное заседание является 3-м по количеству выездных заседаний Совета по молодежной политике при президенте Республики Казахстан. Ранее подобные советы были проведены в городах Алматы и Петропавловск. Программа проведения совета предусматривает семинар-тренинг, эффективное планирование, мониторинг реализации молодежной политики на местном уровне. Экскурсия по Караганде для делегатов города Астаны и Акмолинской области, секретарев советов областей. Почему это привело? Если в 2018 году, когда я заступил на должность ректора, объем госдоговорных работ составлял 77 миллионов тенге, то в прошлый год мы закрыли суммой 1 миллиард 150 миллионов тенге. Улучшилась база практики, повысилась заинтересованность промышленников в подготовке кадров, улучшилась производственная база для проведения производственной практики. Цель семинара – совершенствование системы реализации государственной молодежной политики в республике. Далее делегаты из других областей и районов встретятся с рабочей молодежью, с представителями молодежи бюджетных организаций. Сегодняшнее проводимое мероприятие приносит большую пользу и большой вклад в сфере молодежной политики. Потому что, как вы видите, сегодня собрались все представители местных исполнительных органов, все секретари советов по делам молодежи тех же регионов. Тут собрались со всех районов и со всех областей, и поэтому, по моему мнению, тут будут подниматься актуальные вопросы и будут, соответственно, решаться проблемы нашей сегодняшней молодежи. Также смотрелось проект концепции государственной молодежной политики развития социальных лифтов для молодежи, создав тем самым финансовые предпосылки для развития молодежного парламента и региональных молодежных маслихатов. Жазира Абдраимова, Кайрат Рашитов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Около 500 жилых многоэтажек Караганды готовы к отопительному сезону. Об этом сообщили на оперативном совещании акима города Караганды. Также отчитались по готовности к зиме начальники сферы культуры и образования. По Казбекпийскому району функционирует 1388 жилых многоэтажек. На сегодняшний день в 362 домах промыты тепловые сети. Наладочные работы проведены в 92 домах. А 80 зданий уже получили акт 100% готовности к отопительному сезону. По остальным актам есть отставание. У нас послаблений никаких нет. Группа наладки теплотранзита довольно так жестко следя за подготовкой всей системы, тепловой системы, поэтому на сегодняшний день у нас есть отставание. То есть большое количество предписаний, которые выдаются, над которыми сейчас работаем. Ситуация в Октябрьском районе более критична. Здесь 180 домов в тяжелом состоянии. В 152 требуется капитальный ремонт теплоснабжения. В 23 требуется установка тепловых узлов. И 5 домам нужно установить элеваторные узлы. Согласно дефектной ведомости, 180 тяжелых домов, уточненная цифра, 56 миллионов целевых сборов надо. Из этих 180 домов, 12 домов мы собрали целевые средства,
как бы завершение идет. 168 домов мы проводим с населением работу, собираем деньги, как бы в этом направлении работа продолжается. На ремонт теплоснабжения объектов образования в этом году выделено 13 миллионов тенге. Это для 6 школ города Караганды. По 10 объектам потребность угля в количестве 4370 тонн угля, сумма бюджетная выделенная. Значит, уголь будет доставлен до 1 сентября до каждого объекта, также и на жидкое топливо. Какие сроки, извиняюсь, Виктор Николаевич, ставили по завозу угля? 1 сентября. 1 сентября. Вот первый срок, это 1 сентября, крайний срок. Да, да, да. До этого все уголь везде должен быть. Мы уголь ежегодно, даже это через проводили, лабораторию проводили. Об обеспечении школ углем и топливом позаботились. Вот только состояние основного теплоисточника котельни, как оказалось, не проверяют. Градоначальник поручил заострить внимание на этом. Это объекты образования, это дети. И мы не можем там сидеть, там играться, да, там до 100 гигакалорий проверять, не проверять. Аким города весь комплекс работ по подготовке поручил завершить за 2 недели. Марал Тукенова, Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Чрезвычайное происшествие в Макудуке. Вырытый котлован в районе Голубых прудов угодил автомобиль. К счастью, пострадавших не оказалось. Все подробности в материале нашего корреспондента. Это микрорайон Голубые пруды. Здесь, позади одного из домов, зияет вот такой котлован. А сегодня ночью туда таинственным образом угодил автомобиль. Свидетелей происшествия нам застать не удалось. Так же, как и хозяина машины. Каким образом автомобиль оказался в яме, пока неизвестно. Но очевидно одно, что глубокий котлован без ограждений и предупреждающих знаков несет серьезную опасность окружающим, в особенности детям, которые уже облюбовали место для игр. Жители близлежащих домов говорят, что яму вырыли еще 1,5 месяца назад. С тех пор здесь и работы не ведутся, и котлован не закапывается. Почти 1,5 месяца вот эту яму. Да, уже вот они копают и все. И вот сидят, вот ничего не делают абсолютно. Приходят там через день-два, веревку натянул и все, уходит. Если взяли, надо до конца, закончить надо. А если вот дети вот играют, вот катаются на велосипеде, вот. Если упадет, что будет? Нету ребенка. И кому отвечать за это? Выяснилось, что зияющая яма – дело рук компании «Гражданстройсервис». Рабочие рассказали, что в скором времени неподалеку будет возводиться детский сад. Пока же к нему проводят коммуникации. А почему не огорожено? Ограждение выкинули все. Утром мы каждый день приходим утром и восстанавливаем ограждение. Все выкидывается здесь. Вот приехали, ничего нету. Мы утром начинаем работу с того, что восстанавливаем ограждение. А когда зароют вообще котлован? Ну, вот когда, ведь у нас там технические сложности. Дренажная идет, воду топит и валит котлованы. Нужно отметить, что буквально в 2 метрах от котлована находится открытый колодец. Ограждений здесь также нет. А ведь свежи еще в памяти горожан печальные случаи, связанные с отсутствием крышек на колодцах. Будем надеяться, что вслед за автомобилем в эти рытвины не угодит маленький ребенок. Ирина Камышова, Тулеген Рашид, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Мы продолжаем наш выпуск. Полицейские Карагандинской области объявили войну ночным гонщикам. Для пресечения правонарушений в ночное время суток дорожная полиция проводит специальные рейды. Особое внимание сейчас уделяется мотоциклистам и водителям скутеров, поскольку в последнее время в Караганде участились дорожно-транспортные происшествия с участием именно этих транспортных средств. Только за одну ночь рейда дорожными полицейскими города были выявлены 3 факта нарушения правил дорожного движения мотоциклистами. Например, по улице Гоголя в районе боулинга был замечен мотоцикл, которым управлял молодой человек. На мотоцикле отсутствовал госномер, на водителе не было специального шлема. Мотоциклист, заметив автомашину сотрудников дорожной полиции, оставил свое средство передвижения на светофоре и скрылся во дворах. Само транспортное средство помещено на штрафстоянку. У них очень слабые навыки вождения, то есть они как бы покупают дорогие мотоциклы с большим объемом,
не удерживают их, совершают падение и в результате чего получают травмы, несовместимые с жизнью. А на перекрестке по улице Ленина и улице Фестивальной остановлен скутер, которым управляла 15-летняя девушка. На ней не было специального шлема, а скутер был со слабо работающими осветительными приборами. На место задержания были вызваны родители девушки. Я хочу, чтобы моя дочь была жива, и он встанет и будет стоять в гараже. На этот раз юная карагандинка отделалась лишь предупреждением. С ней была проведена профилактическая беседа, после которой все были отпущены. Тем временем такие скутеры, объем которых составляет до 50 кубических сантиметров, не регистрируются как транспортное средство. Сейчас управление дорожной полиции направило обращение о присвоении категории для подобных транспортных средств. Ирина Камышова, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Продолжение темы. Пьяный водитель пытался скрыться от дорожных полицейских в Караганде. Инцидент произошел 6 июня, когда сотрудники ГАИ проводили ночной рейд. Около 11 часов вечера в районе магазина «Тысяча мелочей» по проспекту Нуркен-Абдирова была замечена автомашина марки «Хонда», которая двигалась с выключенными фарами. Требованию об остановке водитель не подчинился и начал скрываться. Три экипажа дорожной полиции преследовали автомобиль, и спустя пару минут автомашина была задержана во дворе дома по улице Пичугина. При остановке у данного водителя отсутствовали документы на автомашину, водительское удостоверение, документы, удостоверяющие личность. От него исходил запах алкоголя. После чего данного водителя доставили наркологический диспансер для медицинского освидетельствования. После чего данный гражданин был доставлен в отдел полиции для удостоверения его личности. Водителю грозит лишение прав сроком на 2 года. Автомобиль доставлен на штрафстоянку. К слову, только за одну ночь полицейскими выявлено и пресечено более 500 нарушений правил дорожного движения, в том числе 12 фактов управления автомобилем в нетрезвом состоянии. Специализированному межрайонному экономическому суду области 10 лет. Сравнительно молодой суд достиг в своем становлении довольно хороших результатов. О них, а также об особенностях деятельности экономического суда в нашем городе сегодня рассказали на научно-практической конференции. На научно-практическую конференцию, посвященную 10-летнему юбилею специализированных межрайонных экономических судов республики, были приглашены судьи областного, районных и городских судов, ветераны судебной системы, а также представители прокуратуры и юстиции. Открыл конференцию председатель областного суда Ермек Серикбаев. Тот состав сегодня представительный, который будет вести данные семинары и будет выступать с докладами, я думаю, еще раз говорить о той значимости вопроса поднятого сегодня. И я буду надеяться, что специализация будет получать свое дальнейшее развитие. Первоначально экономические суды в порядке эксперимента были созданы в городах Алматы и Караганды. Эксперимент прошел успешно, и указом президента от 9 февраля 2002 года специализированный межрайонный экономический суд города преобразован в специализированный межрайонный экономический суд Карагандинской области. На момент образования суда штат судей составлял всего 6 человек, но в связи с ростом количества экономических споров он увеличился до 15 человек. Конференция продолжилась торжественным собранием, посвященным знаменательному событию – праздничным концертом и возложением цветов у памятника первому казахскому магистру права Жакыпу Акбаеву на площади правосудия. Дни азербайджанской культуры проходят в Казахстане. В честь этого режиссер Азербайджанского государственного театра «Юх» Микаил Микаилов поставил на Казахском драматическом театре имени Сейфуллина комедийную пьесу «Мусье Журдан, ученый-ботаник и дервиш Масталешах, знаменитый колдун». История начинается в Карбахте. В 1848 году молодой Шахбаз намерен уехать в Париж в поисках знаний. Но его жена Шарафинза была настоятельно против этого. И тут она прибегает к помощи колдуна, роль которого играет заслуженный деятель Республики Казахстан Кайрат Кемалов. До этого я играл роли батыров, ханов. А вот колдунов не приходилось. В роль было войти тяжело. Новый жанр. Но я думаю, что это нововведение – большой опыт для нашего театра. Речь в этом спектакле идет о высмеивании регресса, неученности, отсталости, феодализма, которые воплощены в лице Масталешаха. Мусье Журдан сам из Франции, и он представляет собой ученость, прогресс, стремление познать мир. Неудивительно, что он проигрывает в этом поединке. Синий
неге жылап отырсың, а? Той қырсық. Ты жұмыс істетпей қойдың ғой маған. Көрмеймісің? Іспен айналысып отырмын. Кетік жасама маған. Данный спектакль приурочен к 200-летию великого азербайджанского мыслителя, выдающегося общественного деятеля и просветителя Мирзы Фатали Ахунзови. Он и является автором произведения. Стоит отметить, постановку в Казахстане играют впервые. Перевел ее на казахский язык Дунай Испаев. Режиссер-постановщик спектакля Микаил Микаилов. Он приехал из Азербайджана. Что касается работы с актерами, то, как я начал репетиции, я не почувствовал, что я нахожусь в другом государстве, как будто я работаю в каком-то заграничном театре. Нет, разницы нет, потому что актеры, они профессиональные, они по духу мне близки, так же близки, как и в Азербайджане. С Азербайджана режиссер в Казахстане еще не ставит спектакли, и это тоже очень важный шаг. И я думаю, начало сближения наших народов. Мы и так близки по духу, да, по языку. Творческий коллектив казахского драматического театра имени Сакена Сейфуллина планирует поехать в Азербайджан в сентябре на фестиваль туркоязычных народов. Такие проекты, они должны быть чаще, должны приезжать к нам, мы к вам. И чтобы вот этот взаимообмен постоянно происходил, чтобы пришли и вот казахского автора тоже нас поставили. Это было прекрасно, я думаю, этому уже положено начало. Марал Тукенова, Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. В нашем городе проходит открытый теннисный турнир в памяти старшего тренера Исаукова Сергея. В соревнованиях приняли участие спортсмены из разных городов нашей республики. Продолжит Мирангуль Салкимбаева. Данный теннисный турнир был учрежден в 1996 году по инициативе Сергея Исаулкова Карагандинским общественным детским фондом «Бота». Вспоминая своего тренера, каждый может отметить, что он внес огромный вклад в развитие тенниса, создал свою школу «Эйс». Среди подопечных Сергея Исаулкова есть и чемпионы-призеры первенства Республики Казахстан. Все участники так усердно готовились, что хороший результат себя долго ждать не заставил. На сегодняшние соревнования все подготовились хорошо, результат налицо. Надеемся, что каждый из участников покажет себя только с положительной стороны. Раньше соревнования проводились на общественных началах под руководством Сергея Николаевича и командой тренеров, работающих на стадионе «Шахтер». Уже через 2 года на турнир стали приезжать дети из других городов республики. Соревнования, которые организовала Карагандинская теннисная федерация и спортивная школа, проводятся с 4 по 10 июня. Я участник турнира, второй сейн этого турнира. Сегодня я буду играть в финал. Я Котов Владислав. Я тренируюсь в сборной Карагандинской области. К этому турниру готовился каждый день. Тренировки были по 2 часа. Упорные тренировки, чтобы хорошо выступить на этом турнире. У меня уже были хорошие результаты. Один из участников – Сулейменов Султан. По его словам, теннису он посвятил всю свою жизнь. Хорошо выступил, 3-е место. Лучшие успехи, по крайней мере, за эти 3 месяца. Рад, что турнир провели у нас в Караганде. Очень хорошее место. Первый турнир за 2 года. В сегодняшнем мероприятии приняли участие спортсмены из городов Астаны, Усть-Каменогорска, Петропавловска. Участники, которые поднимают престиж казахстанского тенниса на мировой уровень, надеются, что такие турниры будут проходить чаще. По словам организаторов, будущее всех детей, принимавших участие в данном турнире, будет разным. Для кого-то он станет профессиональной деятельностью, а для кого-то будет просто состоянием души. Рамгуль Салкимбаева, Бауыржан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. На этом наш выпуск подошел к концу. Если у вас есть интересная информация, вы хотите поделиться, телефон нашей редакции остается прежним – 420649. Также оставляйте свои комментарии, отзывы и пожелания на нашем сайте, адрес которого сейчас видите у себя на экране. На этом у меня все. Всего доброго. Саубон Лаздар.